Семена петунии ампельной Опера Red, Opiora Red, имеют отличную всхожесть. Растение предназначено для выращивания в подвесных корзинах, кашпо на польных вазонах и для облагораживания придомовых зон, в качестве почвопокрывающей культуры. Сорт неприхотлив и мало требователен к долготе светового дня. Обильное и ярко-красное цветение продолжается долгое время, с июля до конца октября. Цветы крупные в диаметре, до 6-7 см, буквально закрывают зелень длинных побегов, до 100 см, своим пышным и непрерывным цветением. Шарообразные каскады из цветов в течение длительного срока – это идеальный выбор для украшения садов и террас с балконами. Петуния ампельная Opera Red – это однолетнее растение. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает петуния ампельная Opera Red в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в красный цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.